Вот про что, хотел сказать. Вчера вышел выпуск Газголдер Лайф с Ольгой Бузовой. И в конце этого удивительного выпуска был музыкальный номер. Вот. Ироничный номер, который превратился в отдельный видеоклип, где у нас здесь прямо на ступеньках в этих скромных локациях был снят клип. И мы в шутку накидали песню. Ребят, у кого не хватило ни чувства юмора, ни мыслительных каких-то способностей для того, чтобы понять или вообще не понять, не обращать на это внимания, я вас прошу, вы не переживайте, это номер, который специально был снят для того, чтобы максимально на серьезных щах повеселиться над образом Ольги Бузовой, который в ней сложился, который существует. И спасибо ей за то, что она иронично, максимально с иронией отнеслась к тому, что мы ей предложили. Потому что когда я написал эту песню, буквально за 10 минут я отправил ей, было мнение, что когда она послушает эту песню, она поймет, что это какая-то ирония, и она, естественно, откажется. Она, надо отдать должное, согласилась, за что ей респект. Подошла к этому вопросу максимально с юмором, самоиронией. Получилась вот эта вот смешная песня. Всем ребят, кто серьезные рэперы, большие музыканты, вообще ценители настоящего, лучше не смотрите, а то оно плохо станет просто. Вот, и немного к себе все-таки относитесь с иронией, потому что в этой песне Ольга иронизировала над собственным образом, а я максимально, как ведущий шоу «Газ Лайф», пытался иронизировать над собой, над рэпом, естественно, над Ольгой Бузовой. Так что немного соберите свои щи, размазавшиеся, улыбнитесь, смотрите шоу «Газ Лайф». Поверьте, это только начало. Самые страшные кошмары вас ждут только впереди. Еще впереди. Так что вот так. Спасибо за поздравления. Спасибо, дорогие мои. Спасибо еще раз. Так что давайте как-то соберемся, чтобы не начали писать. Я все залез в Инстаграм. Люди говорят, все, это конец. Это дно, он продался. Он скатился. Продался я давным-давно. Вот, скатился давным-давно. Я и не выкатывался. Вот. Поэтому, как показывает практика, шоу себя оправдало.